Популярная модель мотоциклов с двигателем 172 FMM. Российские условия хорошо подходят для использования внедорожных мотоциклов. Большая часть продаваемых на сегодня внедорожных мотоциклов китайские. Что есть на 172 двигателе? Такой вопрос часто можно услышать от покупателей в мотосалоне. Действительно, сейчас, пожалуй, самым известным и востребованным двигателем во внедорожных мотоциклах стал 172 FMM. Краткие технические характеристики Zonkша 172 FMM. Тип конструкции – один цилиндр, верхний экспредвал, воздушное охлаждение. Объем 249,9 кубических сантиметров. Размеры – 303 на 324 на 429 мм. Вес нетто – 32 кг. Максимальная мощность – 14 кВт или 19,4 лошадиных силы, 8,5 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент – 18 ньютон-метров, или же 8,5 оборотов в минуту. Степень сжатия – 9,25 к 1. Диаметр ход поршня – 72 на 61,4 мм. Стартер – электро- и кикстартер. Итак, какие популярные модели мотоциклов можно купить с двигателем 172 FMM? Мотоцикл Кайо. Кайо ТД 250 Эндуро. Цена около 180 тысяч рублей. Кайо К4 MX. Цена около 200 тысяч рублей. Кайо Т4 250 Эндуро. Цена около 225 тысяч рублей. Мотоцикл марки БСЕ. БСЕ Z3. Цена 145 тысяч рублей. БСЕ Z6. 180 тысяч рублей. Мотоцикл марки Авантис. Авантис FX 250. 145 тысяч рублей. Авантис А2 Basic – 149 тысяч рублей. Авантис А7 – 180 тысяч рублей. Авантис Эндуро 250 – 206 тысяч рублей. Мотоциклы марки Мотоленд. Мотоленд Кросс FC 250 – 135 тысяч рублей. Мотоленд Кросс ТТ 250 – 145 тысяч рублей. Мотоленд Кросс X3 250 Люкс – 145 тысяч рублей. Мотоленд Кросс XT250HS – 125 тысяч рублей. Мотоленд Кросс XT250ST – 175 тысяч рублей. Мотоцикл марки Регул Мото. Регул Мото Атлет 250 – 21 на 18 – 131 тысяча рублей. Мотоцикл из магазина Мотомир. Мотоцикл внедорожный X-Moto Cross 250 – 135 тысяч рублей. Мотоцикл внедорожный FireGuard 250 Trail – 135 тысяч рублей. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.